Вас на моем канале, и сегодня я хочу рассказать о заказике, о юбке с люрексом артикль 158W3301. Что о ней заявлено в каталоге? Прямой силуэт, застежка на потайную молнию сзади, шлица, плотный фактурный трикотаж с люрексом, цвет темно-синий, состав 80% полиэстер, 15% люрекс, 5% эластан. Данная юбка 42 размера. В каталоге она вообще выглядит неприметно, но здесь, конечно, она мне поразила. Она очень красивая, вы видите, да, она с люрексом, что на этикеточке написано, я ее только что распаковала. Как бы то, что и заявлено, изготовлено по заказу компании Faberlic, распродается, можно сказать, за копейки. По каталогу 23 минус наш мегабонус получается меньше где-то 9 долларов. Юбочка довольно приятная к телу. Видите, люрекс, она такая блестященькая, длинненькая, то есть она будет у нас ниже колена. Так, 42 размер заявлен, но я бы сказала, если талия хорошая, то будет от 42 до 44. Она тянется, так, даже немножечко тянется в поясе. Потайная молния очень хорошая, аккуратненькая. Дальше шлица, вот мы видим, здесь у нас вот такая вот шлица. Подкладки у нас нету никакой. Значит, юбочка такая темно-синяя. Ну, вообще, очень классный цвет. С таким желтеньким люрексом. На работу ходить будет очень классно, очень суперски. Если она еще есть в наличии за такие деньги, конечно же, я закажу себе и рекомендую заказать вам. Очень классно, я от нее в восторге. Поэтому заказывайте с нашей распродажи. Очень много классных вещей. Приятных вам покупок!